Наш родной город, любимый Новороссийск. Яркий, самобытный, со своей неповторимой индивидуальностью. Город-герой. Считается, у Новороссийска свой сильный, несокрушимый характер. Так и есть. А складывается он, формируется, основываясь не только на героической истории. Существенную, даже знаковую роль играет и тот факт, что 335 тысяч человек, это население города, являются представителями более 100 национальностей. Каждая со своими традициями, культурой, родным языком. Но все мы, русские, украинцы, белорусы, армяне, греки, татары, грузины, чехи, немцы, мирно, дружно, понимая и уважая друг друга, живем в общем доме, имя которому Новороссийск. Понимая, насколько это хрупкая сфера, межнациональные взаимоотношения, насколько здесь важен баланс и стабильность, насколько важно знать и сохранять культуру всех народов без исключения, и был создан в 2000 году городской центр национальных культур. Он собрал под своей крышей 13 национально-культурных общественных объединений. С тех пор все праздники в городе, все более-менее значимые события мы отмечаем все вместе. Попав на любое торжество в Новороссийске, и неважно по какому поводу, вы услышите музыку всех городских национальных обществ, познакомитесь с народными ремеслами, народным творчеством. Более того, наш центр и сам выступает с различными инициативами, направленными на сохранение культурной идентичности народов. Он помогает находить и поддерживать творческий потенциал национальной общественности. Это еще не все. Любые проекты, которые предлагают сами общества, здесь, в центре, воплощают в жизнь, делая общегородскими и традиционными. Достаточно сказать, что День города уже невозможно представить без фестиваля национальных культур новороссияне. Это действительно удивительная, даже уникальная традиция. Традиция так тонко и естественно, вот уже почти 30 лет, объединяющая всех людей, живущих у нас в городе-герое. Неважно, какой ты национальности. Глядя вот на эти кадры, понимаешь, а ведь и правда неважно. Главное, что дом у нас один. А вот именно разные народы, разные культуры и делают наш дом таким потрясающим, солнечным, родным. Это всегда понимали организаторы, понимали особенно остров, такие сложные переломные 90-е. На фоне всеобщего хаоса и разрозненности главное не растерять самого ценного – дружбы между многочисленными национальностями, населяющими город-герой. А что стоит за цифрой статистики более 100 национальностей, ты очень отчетливо понимаешь во время грандиозного гала-концерта-фестиваля, где выступают все национальные общества. Конечно же, лучшие творческие коллективы. Когда смотришь на зажигательные греческие танцы, слушаешь армянский дудук или переливы русской балалайки. Вот так, без лишних слов, в ритме музыки и танцев, фестиваль национальных культур собирает нас всех вместе. Нас, новороссийцев. Кстати, и героическое, легендарное прошлое города-героя, благодаря усилиям Центра национальных культур, тоже объединяет, а не разъединяет нас всех. Так, по инициативе Центра и Новороссийского городского русского национально-культурного общественного объединения «Пересвет», 9 мая этого года прошла презентация патриотической акции «Маленький синий платочек». Маленький – это, конечно, мы поскромничали. Может, и не задумывался, как маленький, но все национальные общества подхватили инициативу, цель которой – сохранить память о женщинах, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной и восстанавливавших страну после победы. Причем эта акция непременно будет продолжена, ведь все общества и сегодня собирают имена тружениц тыла, чтобы увековечить. За время работы наш городской центр национальных культур накопил огромнейший опыт, проводя национальные государственные праздники, ставшие уже традиционными. Греческие рождественские колядки, масленица, День независимости Греции, День независимости Армении, День Ахи, Партевар, День народного единства, День России. Вот события, которые благодаря существованию центра теперь события и в жизни всех новороссийцев. А проведение благотворительной акции «Спаси и сохрани» доказывает, что чужого горя действительно не бывает, и национальность здесь не играет роли. Ведь помогать тяжелобольным детям вот уже много лет приходят все национальные общества. И ни один прямой эфир на телевидении, особенно если обсуждается межнациональные отношения, не обходится без участия центра. Благотворительные встречи в интернатах для престарелых, концерты для детей-сирот, выступления на площадках выходного дня и еще многое-многое другое. В прошлом году, во время проведения патриотической акции «Послание потомкам», представители национальных обществ сплели венок дружбы, которым был символ каждого народа, и записали видеопослание в будущее с пожеланиями добра и сохранения народа.
национального мира на Земле. Городской центр национальных культур прилагает огромные усилия, поддерживая национальные языки, понимая, насколько важно это для каждого народа – сохранить свой родной, передавая из поколения в поколение. Поэтому-то на базе центра и были организованы курсы немецкого и греческого. Более того, здесь, в центре, активно поддерживают, даже трепетно берегут национальные творческие коллективы. Их под крышей центра 16. 4 имеют звание образцовый самодеятельный коллектив, 3 – народный самодеятельный коллектив художественного творчества. Все они главные герои городских, краевых и международных фестивалей. Тот факт, что представители всех национальностей, живущих в Новороссийске, имеют такую уникальную площадку, как наш центр, площадку для того, чтобы высказаться, продемонстрировать себя, и позволяет, наверное, говорить о том, что у нас в городе герой национальный вопрос. Вопрос стратегической важности. Такое тесное взаимодействие администрации города с национально-культурными общественными объединениями на базе центра – это залог стабильности межнациональных отношений, сохранения мира и единства между народами. Ярче всего о том, насколько эффективна совместная работа городского центра национальных культур и администрации, говорят результаты социологических исследований. Если в 2015 году состояние межнациональных отношений, как ситуацию спокойную, мирную, оценивали чуть больше 10% опрошенных, то в 2018-м, вдумайтесь, их было уже более 56%. То есть новороссийцы на фоне происходящих мировых геополитических процессов так четко понимают и ценят ту атмосферу взаимопонимания, которая существует в городе на протяжении десятилетий и которая осталась незыблемой, в том числе и благодаря деятельности Центра национальных культур. А сегодня центр совместно с администрацией работает над новой программой по адаптации мигрантов, планирует вывести городскую акцию «Маленький синий платочек» на более высокий уровень и продолжает оставаться площадкой, фундаментом для мирного взаимодействия и открытого диалога таких разных культур, которых объединил город-герой Новороссийск. Общий дом. И наша задача – сохранить в нем мир, согласие и стабильность на долгие годы.